На героя следующего видео оперативники просят обратить особое внимание. Возможно, ранее судимый новочебоксарец, задержанный по подозрению в открытом хищении сотового телефона, причастен к другим правонарушениям. Пострадавших просят обращаться в ОМВД России по городу Новочебоксарск. Телефон дежурной части 73-80-02. Почему был оставлен? По статье 161, часть 2. Что он сделал? Украл телефон. Когда? 6 числа. Где? По улице Советской. У кого? Я не знаю, я мало ли с ним не знаю. Ранее незнакомый человек? Да.